Дочери недавно исполнилось 15 лет. Ее подозревают в совершении кражи. Подскажите мне, пожалуйста, что ребенку может грозить за такое преступление? Ну, во-первых, начнем с того, что уголовная ответственность за совершение преступления предусмотрена статьей 158 УК РФ «Кража», наступает с 14 лет. Соответственно, подросток будет нести уголовную ответственность на общих основаниях. Однако имеются изъятия, установленные главой 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, из которых следует, что если будет установлено, что подросток может быть исправлен без назначения наказания, к нему применяются принудительные меры воспитательного воздействия. В данном случае ему может быть назначено предупреждение, либо он может быть передан родителям на определенный срок под надзор. Кроме того, может быть ограничен досуг, либо установлены определенные требования к его поведению. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что несовершеннолетний, совершивший впервые преступление небольшой и средней тяжести, к нему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. В данном случае суд назначает наказание в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы. Все эти виды наказаний предусмотрены санкцией статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.